Молодой человек, который в Бийском парке обидел девушку, оказался не местным. Парень, задержанный в данный момент, находится под стражей, сообщили в пресс-службе межмуниципального управления МВД России Бийская. Напомним, еще в августе 18-летняя бийчанка вместе с подругой прогуливались по бульвару Вали Максимовой. В это же время там находился 18-летний житель Барнаула. Предварительно установлено, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения взял камень и кинул его в лицо девушке. Поводом послужили внезапно возникшие личные неприязненные отношения. О случившемся прохожие сообщили в полицию и скорую помощь. Злоумышленник был доставлен правоохранителями в отдел полиции. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Сейчас по решению суда подозреваемый заключен под стражу в СИЗО. В настоящее время потерпевшая выписана из больницы. Ей предстоит длительное лечение и ряд пластических операций.